Вон он. Надо его обезвредить. И что ты предлагаешь? Палкой его вырубить. Бежим! Захар, ты не того полицейского ударил! Как мы тут оказались? Черт, прибор, что с ним? Разрядился, что ли? Мы что, телепортировались? Да, только не туда, куда надо. А как у нас это получилось? Это все мой прибор. Он предназначен для перемещения в пространстве. Но сейчас из-за спешки он нас перевез куда-то не туда. А где ты взял такой прибор? Помните тот случай, когда сиреноголового ударило током? Я обследовал то место, которое вы указали. Сиреноголового там не было, но я нашел этот прибор. Долго разбирался и понял, что если ввести координаты, можно переместиться в пространстве. Получается, это прибор сиреноголового? Да. И что нам теперь делать? Для начала его нужно будет зарядить, а потом я смогу задать нужные координаты, и мы вернемся домой. Где мы его зарядить сможем? Здесь где-то должен быть генератор. Пошлите поищем. Представляю, как сиреноголовый был в шоке, когда мы исчезли. Ну да. Кажется, там кто-то есть. Пошлите, спросим. Может, нам скажут, где находится генератор? Пошлите, спросим у него, может он знает, где взять генератор? Мужчина, стойте! За ним! Мужчина, стойте! Стой, стрелять буду! Ну да, а кому еще? Ой, извините, а я не понял сразу. А вы кого-то потеряли? Да, нам нужно электричество. Вы не знаете, где найти генератор? Знаю. Пошлите, я вас отведу. Здесь недалеко. Что-то я ему не доверяю. Все будет нормально. Зарядим прибор и исчезнем. Отведите нас, пожалуйста. Идем, идем. Thank you.
Где? Там? Да, да. Куда он делся? Открой дверь! Поздно. Вон сбежал. Обманул все-таки. Я же говорила, нельзя ему доверять. Что теперь делать? Что же делать, а? Что ему вообще нужно от нас? Это нам и нужно выяснить. Как же нам теперь выбраться отсюда? Окно! Оно открыто! Давайте через него попробуем выбраться! Точно, давайте! Давайте я первая! Только аккуратно! Давай, Захар, теперь ты! Теперь вы. Нет, у меня вряд ли получится. И что нам теперь делать? Чтобы мне выбраться, нужно будет найти ключ от двери. Вы должны будете проследить за Пеннивайзом и узнать, для чего он здесь закрыл. Хорошо, а где он? Он туда пошел. Пошли. Да, они у меня. Я их закрыл.